К другим темам нашего обзора. Вкус, проверенный временем. Жители и гостей города приглашают посетить ярмарку «Белорусские колбасы». Она расположилась во Дворце спорта «Рамазана» и ждет покупателей с 6 марта. Вновь на прилавках будут представлены десятки видов мясной продукции и настоящее белорусское сало. Ярмарка «Белорусские колбасы» вновь радует горожан изобилием мясной продукции, приготовленной по старинным рецептам с применением новейших технологий. В большом ассортименте представлены колбасы – телячья, свиная, утиная, печеночная колбаса, краковская, баварская, ливерная, кровяная. Будут и сардельки из телятины, сосиски в натуральной оболочке, окорок, говяжий холодец, заливной язык, уши свиные и, конечно, настоящее белорусское сало – копченое, соленое, запеченное – любой вкус. Это знаменитое белорусское сальце, соленое, в дубовой бочке с чесночком. Шкурочка палена на соломке. Очень вкусная, пользуется в каждом городе большим-большим спросом. Все довольны, все очень приходят еще повторить. Большой выбор также мясных деликатесов. Здесь и намазка телячья с солями, и буженина, и колбаса с куриным мясом, и другие мясные лакомства, которые могут стать хорошим угощением на праздничном столе. Приходите, всегда рада вас видеть. Совершить вкусные покупки горожане смогут во Дворце спорта «Рамазана». Ярмарка «Белорусские колбасы» будет работать с 6 по 11 марта.